Всем привет! Нас не было целый месяц, мы были в отпуске, наши собачки с нами не ездили. Мы не стали их брать, потому что были сложности определенные. Они у нас оставались с нашей мамой. И вот сейчас блудные хозяева вернулись, и мы хотим посмотреть, как же они нас будут встречать. Я немножко переживаю, вдруг они меня забыли и уже не любят. Поэтому сейчас проведем эксперимент, как будет проходить наша встреча. Тихо. Собачья любовь вечна.